Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 71 на странице 33. Рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте, подчеркните имя существительное, одушевленное, нарицательное. С колен у бабушки клубок, упал случайно за порог. И закрутился, и покатился. Имя существительное одушевленное, в данном случае бабушка. Оно же является и нарицательным. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.